расстраивается. Приветствую тебя, наш будущий фанат. Сегодня 11 мая, и именно этот день в учебниках истории запишут как первый день записи первого в России дабстеп-метал-альбома. Следите за новостями. И не будем тянуть время. Поехали! Первый день записи, записываем гитару. Песни были написаны 4 года назад. Сочинял непосредственно. Сейчас вот процесс сочинения идет. 3 года назад написали, но как бы процесс до сих пор идет. Написали совместными усилиями с Артемом на двоих. Добавилась электроника, что немаловажно. В ней пришел наш стиль, больше кача и драйва. Пацаны, новый трек. Меня зовут Глеб Мордовцев, я живу по адресу город Санкт-Петербург. Улица. Кому я рассказываю это? Сегодня первый день записи, и мы усердно записываем гитарные партии для первых двух песен альбома. Мы все очень волнуемся. У меня потеют ладошки. У меня все потеет. Я вообще потею много. Барабанщик группы Cold Area. Сегодня 15 мая, мы находимся на студии April Sound. Идет второй день записи, и мы продолжаем писать гитарные партии. Мы желаем Артему удачи. Всем привет! Сегодня мы снова находимся на студии April Sound, чтобы наконец-то закончить запись гитарных партий нашего альбома. Так как стиль дабстеп-метал, согласитесь, вы еще не слышали ничего подобного, в котором мы пишем наш альбом, является революционно новым, то мы планируем вызвать большой бум в музыкальной индустрии, как в России, так и за рубежом.
Всем привет! Сегодня третий день записи. Мы собрались здесь всей группой, чтобы поддержать Ваню в записи барабанов. Сегодня записываем барабаны на Добролете, одной из самых крутых студий Санкт-Петербурга для записи ударных инструментов. Сегодня третий день записи. Настроение у меня отличное, тепло, весело и радостно на душе. В данный момент идет настройка барабанов. Безусловно, все волнуются, включая меня. Особенностью нашей группы является наличие большого количества электронной составляющей, сочетание жестких электронных треков и агрессивных металлических рифов. Слышь, петух. Да ё-моё, что ж ты шутку так... Что в этом смешного, я не понимаю? Всем привет! Ваня сегодня записывает барабаны. Процесс записи идет успешно, так же, как и моя политика. Назад мы собрались с Ваней и решили, что нам нужно создать группу. Наше нынешнее творчество сильно отличается от того, что мы играли тогда. Весь материал предстоящего альбома создавался и неоднократно преобразовывался в течение последних 4 лет. В 2013 году мы познакомились и стали сотрудничать с профессиональным диджеем, благодаря которому наша музыка приобрела совершенно иное звучание. Но главное, что мы сохранили, это драйв, агрессия и подача. И сразу нашел общий язык с другими участниками. Спустя несколько месяцев было принято общее решение активизироваться и приступить к записи дебютного альбома. Наш альбом называется In Me, и каждая песня в нем посвящена отдельной негативной эмоции. Речь идет не о каком-то конкретном маньяке, которым эти эмоции обуревают. Речь о том, что чувствует каждый из нас каждый день, о том, с чем нам приходится бороться,
и от чего приходится избавляться. Покажи-ка лицо человека, записавшего альбом. Дабстеп метал. Дабстеп метал. Пам-пам. Приветствую. Сегодня 4-й день записи альбома группы Cold Area. И вот, наконец-то, близится запись басовых партий. Пришел в группу где-то в начале февраля по приглашению ударника, с которым мы ранее играли в одном проекте, не буду говорить в каком, по секрету. С первых же репетиций неплохо с ребятами сыгрались, мне очень понравился их материал, чего-то подобного в стиле дабстеп и в стиле нью-метал пока, честно говоря, не встречал. Началось достаточно неплохое и плотное сотрудничество. Практически в первый же день встречи, что есть большие планы, что есть уже готовый материал и, в принципе, горячее место басиста. У группы была очень интересная задумка с дресс-кодом. Не каждая группа, скажем, использует такую атрибутику, как маски, как костюмы. На самом деле, смотрится достаточно интересно, особенно с такой подачей, с такой экспрессией, как в их композициях. Мне кажется, очень неплохо вписывается в антураж. Да, точно. Слегка залежалый бананчик. Он уже даже немного досахарился. На вкус, знаешь, такой как цукат. А
я не идиот, все в порядке. Тут уже не я, а может смотри. Да нет! Это все приснилось. Пам-пам! Всех приветствую! Сегодня уже пятый день записи альбома Cold Area. Уже большая часть басовых партий записана. И то, что получилось, мне, кстати, очень нравится. Такой интересный электронно-металлический микс получился. Приходите на концерт, на концерте звучит вообще потрясающе. А пока ждите конца записи альбома. В течение этого времени мы прослушали множество музыкантов. Но несмотря на большое количество желающих, нам очень было сложно найти тех самых ребят, с которыми мы бы могли начать запись нашего дебютного альбома. Никита, в свою очередь, оказался не только талантливым музыкантом, но и очень хорошим человеком. Он тонко чувствует наш ритм и искусно исполняет бас-парт. Оказывается, умиротворение – это когда ты обожрался варенье. Ознакомиться осенью 2015 года. Примерно на это время намечается релиз альбом, который будет называться In Me. Никита, в свою очередь, оказался не только Никита. Никита. Давай быстро. That's it. Ой, а это было будет в full версии. В данный момент мы всей группой находимся на студии April Sound. Сегодня шестой день записи, и мы записываем вокал. So
many people ask you where the compromise is. A lot of time behind me go around and getting missed. We all remain without any message for a new insomnia. Insomnia. Remember all the things that you have done before. And understand that they have room for them once again. There's only one who really wants to fucking kill you. Insomnia. Insomnia. Go. We're here to blow your head off. Но и гармония в коллективе. Именно эта проблема вставала перед нами в период формирования окончательного состава. Нам нужен был не только музыкант, но и человек, который бы смотрел на наше творчество так же, как и мы. Глеб в самой первой репетиции сумел нас поразить своей индивидуальностью и креативностью. Его вокальные данные как нельзя лучше передают смысл наших песен и помогают зарядить энергией и адреналином зал. Suffer! 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 Compromise, nothing is too great.
красоты. Эти маски — олицетворение тех эмоций, которые переживают герои наших песен. И надевая эти маски, мы как будто вживаемся в роль, становимся этими персонажами и говорим от их лица. И это помогает нам еще точнее передавать смысл наших песен. Мы буквально пропускаем этих персонажей сквозь себя и становимся им для того, чтобы полностью передать все те чувства, что мы вложили в написание какой-то конкретной песни. И та энергетика, которую мы получаем от движущегося и танцующего зала, помогает нам, заряжает нас и позволяет еще круче выступать и еще более точно вживаться в образы наших персонажей. That your life is grand, and you should learn the same. Run to sleep, look at the floor, and you remember the sights so dumb. You remember my sacrifice, which has changed your life. Stop right on below, and now start to go and fall. А почему дабстеп-метал? После того, как мы познакомились с офигенным диджеем, который пишет электронные треки, к нам пришла идея сделать ядерный коктейль из двух совершенно несовместимых ингредиентов. Металла с его тяжелыми гитарными рифами, живыми барабанами, агрессивным басом и брутальным вокалом с мощнейшей взрывоопасной электроникой. В таких стилях, как драм-н-бэйс, трэп, транс, спидкор и, конечно же, почему же именно дабстеп-метал? Потому что в наших треках его очень много. We just need to just hide enough, cause there are some people who had. So, let's keep the head, let's do that, let's do it. Give it up, let's move, and bring it to the end. We'll use Tyler, down, come back, and jump to send. Hey, hey, Fab, I'm gonna kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. Hey, hey, Fab. Send me to humanity, like an A&O. Can be anyone and anybody, anybody, anybody. Get up and fight, I'm just another light. Can you see this? Down your head and sting down when you feel despair. Just stop looking like an animal, a human through your darkest days. Just stop. Send it to humanity in a GNU. Now can be anyone and anybody, anybody. Арабская ночь, волшебный восток. Наш уникальный стиль — это не единственный наш плюс. Мы считаем, что если зритель приходит на концерт, то он приходит туда не только послушать вживую композиции, которые ему нравятся, но еще и увидеть настоящее шоу. Мы стараемся быть на одной волне с нашими слушателями, потому что если ты не на одной волне со зрителем, то тогда просто ничего не получится. И зрители не получат никакого удовольствия от концерта, и ты сам тоже. Именно поэтому каждый раз мы составляем какую-то новую, уникальную программу для того, чтобы удивить зрителей и рассказать им что-то новое. И мы хотим, чтобы зрители, когда возвращались домой, рассказывали своим друзьям, что это было офигенно и что такого больше никогда не будет.
seized with the fear of the future. Dominate, permanent, dominate, violent. In all blessings, we are always small. Fuck yourself, fuck yourself, fuck yourself, fuck it all. I don't know what to do, but I do what I do. Fuck you! Вот скажите, вы русская группа. Так почему нельзя было придумать для группы нормальное русское название? Да потому что русский рок гов... Мы назвали группу Cold Area в честь холодной территории нашей страны, по которой ходят медведи с балалайками, пьют водку. Не, ну что это вообще за бред такой? Ты мне можешь нормально объяснить? Ну, иди-ка сюда, я тебе сейчас объясню. Ай, б***ь! Продолжим. Да.